Zehnerhausen, 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 Zehnerhausen,
Викторович, а что сегодня тестируете? Много. Много? Да. Немного. Сейчас вот возьму один из начала, так сказать. И можно будет что-нибудь. Вот японский объектив, как раз вот сейчас можно он такой светосильный, что показывает, что нужно 16 ему. 16, нифига себе. Диафрагма, да. Ну вот, смотри. Даже на 2000, то есть я 500 ставлю, он не дает. Да. Ничего. Вот 16. Получается 2000. До 4. Нужно крутить, и такой вот он. Сейчас нужно его там куда-то сюда экспонировать. Там небо. Попробуем сейчас. Дело в том, что из этого ничего не меняется. Ничего не меняется. Да, 4000. 8. Ну, тут на 8 все нормально. А здесь он показывает, что... Сейчас я попробую. Сейчас попробую его стрелять. Да, пересвет. Ого. Жесткий. А сколько это было? 8? Да. Офигеть. Ну вот еле, еле душа в теле. Но вот даже при таком свете, да. Даже при таком свете 16, и надо 2, вот сейчас я 2 поставлю. 2016. Ну вот что-то начинает проясняться. Свет хорошо собирает. Да, свет собирает просто сумасшедший. На всех остальных фотоаппаратах. Ну, 8 тут хватило. 8 хватило и 500. Да. 8500 здесь. А тут 2000. 2000, блин, она не хочет снимать меньше, чем за 2000. То есть надо смотреть, чтобы фотоаппарат был с 2000. Я имею в виду пленочный. В плане пленочный фотоаппарат был с 2000 на этом. Угу. То есть 1000 даже при таком свете. То есть на снимать днем на этот объектив, ну, очень непросто. Нужно 2000. Минимум. То есть вот даже просто. Брать. Вот, пожалуйста, 9М М9 Лейка. 8500. 508. Ну да. Да, то есть вот даже если брать здесь, вот я ее ставлю. Точная экспозиция. Вот. Ставим, смотрим, никаких, даже все сюда убираю, там 250. Знаешь, в темноте он должен быть монстр просто. Очень должен быть хорош. Даже при высоких f-стопах. Да, ну вот, смотри, вот тут вот, вообще вот, все в порядке, ну, в полнейшем. Нет. То есть, а здесь она вот просто собирает свет так, что 2000, это... Это минимум того, что она хочет. Вот в обратную даже сторону, тут света нет. Я беру в обратную сторону. Понимаю, вот это. Ну вот 1000 нужна. Минимум. Вот даже при таком, представьте, приезжать, то есть снимать на солнце на нем невозможно. Невозможно. То есть нужно, это вот нужен вот такой. То есть, по сути, нужно ждать вечера. Вечерний, да. Вечерний. Или утро. Утро или вечер. Днем снимать на него невозможно. Или в помещениях. То есть 4000 ставить, это уже предельные, как бы, эти, ну, вообще номинации.
Да, он вот просто. Все, красиво, конечно, он бьет. Да. Но вот могу показать, что 1000 минимум должно стоять на этом. Хотя может быть. Не было? Это вот он, вот это. Кого не было? Дворец. Да. Королевская. Здесь два. Здесь вот этот дворец и еще что-то такое отдельное. Это большой вот этот? Нет, он тоже большой. Хороший идут. Угу. Чем ниже ISO, то есть вот у меня стояло там и 800, и 400, и 200, угу. И даже 1600 ставил в разных позициях там. И вот сам лучше всего, как бы, ну, чем ниже ISO, он светосильный, чем ниже ISO, тем как бы лучше. Угу. Ну, то есть, как бы, вот сейчас будем пробовать дальше, как бы. Видишь, а вот светосила объектива, она же, получается, не только от диафрагмы, что ли, зависит? Ну, вот сами стекла, самое важное, свойства стекол, вот это самое важное. Угу. Да, потому что очень многие грешат на диафрагму. Диафрагма – это дырка всего лишь. Да, это дырка. А само стекло... Интенсивность пропускания света это совершенно другое, это тут как бы это разные как бы вещи, и вот люди об этом даже не задумываются. Даже не задумываются, 100%. Да. То есть свойство стекла это самое важное. Может быть интенсивность высокая, дырка узкая, но все равно интенсивность, и она пожжет все. Потому надо прежде всего разобраться со стеклами, с интенсивностью пропуска стекла. Не делайте нам нервы. Это ваш удар.